Угла. Дай этот столик. Надо подождать. Я обязан прочитать это заклинание. Что, можно разбавиться и пулять? У кого на пол? Пролом. На пулвара. Пролом. У вас подлагивает? Маленько. Вроде все шикарно прям идет. Большого забирай. У них же станы работают, да? Да. Ну, когда кастуют, можно станчик давать. Надо вара обгонять ПДПС, пацаны. Да я что, два этих пословил. Давай без лишнего трэша просто прямо пойдем. Рога, снял ловушки? Сними, если не снял. Не вижу. Она слева у входа. Последняя, по слуге трона играйте. Только ханта ловушку снял.
Спросили, какая мысль есть, я говорю, первый раз здесь. Кто первый раз здесь? Рога. Ага, ну... Короче, смотри, прям под босса забегай. Ты в 25-ке билд с нами? Нет, вообще, говорю, в ЦЛК первый раз. Смотри, я сейчас на тебя метку поставлю. Забегаешь в метку и просто стоишь, бьешь босса. На пол вара даешь по КД. Вот. Потом он начинает крутиться, босс. Ты, получается, отбегаешь от него, ну, его не бьешь, и отбегаешь от него как можно дальше. Ну, не настолько далеко, чтобы от хилов убежать. Нажимай еще ложный выпад, вытащи его на панель, поставь на... Да, ложный выпад нажимай тоже на крутилке. Все, готов. Так, сейчас я метку на себя поставлю. Вот, звезда, за звездой просто бегай. Окей. Сейчас рыбку поставлю. Стоит. Ну, это всех касается. Все ДД и хилы в метке бегаете. Хант на минимальной рейнже. Если на ханте шип, РДДшникам надо будет развернуться и сбить шип. Милики постоянно босса бьют. Ну и шипы кливают. Че, голчек? Паладин, ты в танке, да? Здесь потому что прошибают. Ну давай, спекнись. Спекнись, пожалуйста. Мы на том КД ходили, нормально прошибало одного танка. Релогнись. Да, у нас оба танка жирные, тут, в принципе, не важно, кто МТ, кто ОТ будет. Ну, пулю уйти на вара. 53 логнулся? Последний чек. Видишь, да, таймер, вар? По таймеру пуляй, сразу разворачивай. 4, 3, 2, 1. Сначала до босса дойдите, в метку зайдите, в звезду, потом бейте. Можно Геру нажать, давай Геру нажмем. Шип под боссом. Не, давайте свитчиться в шип. Да. Короче, если возле босса шип, тогда милики тоже пусть свитчаются. Если на ханте, то только РДД. На хиле шип. У тебя вар есть где-то 4-4? Так, вихрь, разбежались, ребят, от босса отбегаем. Милики лучше не бейте. Короче, дался к варте в диссе. Нет, вар не в диссе. Надо будет сказать, что зашел. Да он вообще не бьет здесь, массейв можно не отдавать. По 1000 по мне залетает. За спину босса выбегайте. Звездочку найдите, вот. В звезду сбегитесь. Чуть-чуть поближе в следующий раз подойди. Так неудобно шипы сбивать. Че, на леди в одного? Блин, на леди там просто агрона скидывается. Надежнее будет в два, но можем попробовать одного, если тебе прям лень. РДД развернитесь, шип сзади сбейте. Да он таунтится так. Ну кого одного? Чуть назад отойдите, что-то босс заканал. Что-то вар то ли шипы бьет, то ли еще хуй пойми.
Это вар, да, замутил? Какой фигня? Значит, я не понял. Я просмотрел. Вихрь, разбегайтесь, ребят. Там типа такая фишка есть, когда вперед бежишь, босс от тебя отходит назад. Все, надо убить его. Ловкость. Штаны надо на хапа вот эти сразу закинь, забить больше никому не нужны. На успех даже, ну рольте плащ, кому нужен. А, чупа, на мейн. Штаны просто сексуальные, я хуевал. Окей. О, спасибо. Вы здесь потому, что наделены особым знанием. Так, там трэш не спешите пулить. Сейчас я метку поставлю на моба, которого только РДД могут бить. У меня вот такие, ну получше немножко будет. Плюс дырка, заебись. Посмотрите на свои руки. Поможет. Так, к черепу и кресту милики не подходят. РДД только бьют. Сначала РДД убейте, крест, потом милики пойдут. Все, милики можете бить. Так, слева по черепу Говарды, да. Лутайте мобов, кто может лутать. Может, боешь попадет. У кого метка кинется из рейда, надо будет выбежать, я скажу. Друид. Диксиона. ШП. Вард где зашел? Сейчас я ему напишу. Так, а маговский столик можно завыбенить? Сейчас поставлю. Сейчас я ману отопью, у меня маны нет. Сейчас спросим у Вара, если он уверенно ответит, что сможет. Потом кидь босса в конце. Так, ну, если честно, я не знаю, как ее соло танчить. Типа она срывается на кого-то перетаунчивать, да, просто надо? Ну да, типа там стакается, вот 5 стаков, это уже минус 100% генерации агро. Как бы два на пула есть, плюс уход в тень, глыба у мага есть, у лока эта хуйня есть, у меня бабл есть, блядь. У этого притвориться, у этого вани же, блядь. Короче. А, так, смотрите, на пул знаете, когда давать? Когда у босса не останется маны, когда он начнет двигаться.
До того момента, когда у него фуловая мана, он стоит на месте и просто там косты какие-то кидает. Вот. Когда мана заканчивается, на пулы вара даете, типа, когда. Так, потом. Бля, я с полупотинькой вообще бегал охуенно. Фар, что ты зашел здесь? Да, я здесь. Это самое. Ну, короче, соло танчи в ретрике пробил. Хорошо. Так, для тех, кто первый раз здесь. Смотрите, две метки, череп и крест. Оттуда по очереди будут выходить мобы. Давайте на группы разделимся. Первая группа и... Ну и плюс я еще буду помогать слева. Первая группа и я со стороны креста мобов бьем. Все остальные ДДшники, ну, вторая группа. Они только со стороны черепа. Я знаю, что только с одной, только я не знаю, в каком порядке. Все, увидим. Ну вот, если, короче, с креста вышли, сыграла первая пати и я. Если с черепа, то вторая пати вся играет. Вот. Рога, в принципе, можешь в трэш не свититься, можешь всегда босса бить. Потому что даже добежать не успеешь до него. Просто всю дорогу босса, да, бей. До ребута ебанёк, блядь, покури. Потом каст у него будет у босса. Ледяная стрела. Не залп ледяных стрел, а именно ледяная стрела. Вот. Этот каст сбивать надо. Все, в принципе, вся стратегия. Ледяная стрела, да? Кого? Ледяная стрела. Да, ледяная стрела. Но еще эти духи будут появляться, такие невидимые. Они ни в таргет не берутся, ничего. А если у вас бежит такой дух, то надо сваливать от него. Точнее, надо свалить подальше от рейда. Он до вас, если добежит, он взорвется, зауешит. Но здесь это не критично. Он слабо бьет. Так, ребут через 9. Давайте чек. Все, пульнули. Бейте босса. Сейчас сразу трэш будет. Слева вышел трэш. Первая патия. Вар, ты уже должен готовиться, трэш понять. Следующий трэш, значит, справа будет. Бурстить будем под первым? Да, бурстить будем, когда мана у босса закончится. Я не знаю, придется нам стопать или мы переведем раньше. Переведем. По-моему, переведем. Давай Геру, чтобы наверняка. Смотрите, как мана у босса закончится, сразу на пул вара. Все, на пул. РДД хилы можете чуть-чуть рассосаться, чтоб удобнее от духов было. Шаман, на тебя дух летит. Ауру от льда, наверное, надо, да? Или и так лед стоит? Да похуй. Так, сейчас срыв может быть, приготовься таунтить. Тоже умер. На все воля господина. А, группу забыл убрать. Ну рольте там по спеку кому. Ну, шапку на ретрику. Если никто не видит, можно забирать. Лук Ханту отдайте, да. Чисто по-человечески. 6 минут. Корабли, наверное, не успеем, да? Не, не успеем, но гол трэш убьем до кораблей. И на кораблях встанем, там покурим. Вот этот надо разъебать, потому что бой будет потом. Ну, если его никто не тронет прям вообще, то боя не будет. А, на лифт, ребят, заходите, или в порт заходите, там сзади порт. Бой начался.
Дракон. Мы поднялись, дракон сразу прилетел. А я, прикинь, с другой стороны лифта встал и не успел с него слезть. Примерно к порталу подошли уже, прилетел. Вот этот трэш не трогайте, который дерется. Да, за него репутация не дается, нет смысла. Блин, надо убить его. Меня уешкой задело. Ну все, пошли разъебем, блядь. И 20 минут ребут корабль успеем. Ты можешь 4 сделать, все равно этот. А нахуй, почти, давай за хуя. Хули его тут бить 2 минуты. 300 тысяч. Я не тот трэш сыграл. Красавчик. Добейте всех. А, 20 минут ребут, ну тогда корабли успеем, ребят. Да, и сука. Они по КД это будут делать. Блять, шуточки. А, это 1 апреля, возможно, да, тогда, ребят. Поэтому не видите, возможно, вообще ребута не будет. Шуточки, блядь, табуретки по голове раз уебал бы, блядь, вот шуточки, наверное, закончились, блядь. Какой ты злой. Не, ну вот это реально не прикольно. Да нихуя это не прикольно. Зато сервак не летает. Да, я уже курить приготовился. Они такие шутки. Вара вперед пропустите. Стой, не беги, кто там. Сейчас еще один дракон будет. Пробегай, Вар. Ладно, нету дракона. На корабль зайти и АФКш. Мы сможем без тебя запустить. Так, а кто первый раз? Чупа и кто еще? Все вроде бы. Короче, Чупа, смотри, видишь две пушки? Вот в правую садись. Mm-hmm. Ну и Райлас давай на пушку сядет. Единичкой копишь жар, троечкой сливаешь. Да, смотри, там будет рага копиться у тебя. Копишь до 90 и сливаешь. Если до 100 накопишь, то будет перегрев и не сможешь разрядиться. Я чё, один миль? Я не сесть не могу. Типа нормально. Нормально, мы еще не запустили. Давайте чек. Остальные же знают, что делать, там перелетать когда. А кто здесь остается из танков? Да здесь этот, пусть ретрик остается. Здесь можно не танковать, они вообще не бьют почти. Понял. Я туда на Мурадина, значит, да? Так, у нас друид АФК. Давайте дождемся, раз он написал минуту. А кого бомбить надо вообще? Корабль противоположный. Он подлетит и начнет стрелять. Пушки периодически будут замораживаться. Короче, смотри, в пушке сидишь, кнопку W не жмешь. Просто все, что надо тыкать, это 1-2-1-2. Как выкинешь с пушки, ждешь, пока разморозится. А то некоторые есть, которые W держат и вниз слетают. Старайся еще целиться в мобов, которые на это. Ну, на том корабле. Да, на том корабле там мобы еще вдалеке, как которые. Ракетчики такие. Можешь в них стрелять. Можешь не стрелять, в принципе, это не критично. Так, здесь же по-прежнему можно просто за борт спрыгивать, чтобы обратно вернуться. Нет. Убрали это? Да, только раз. Я запустил, ребят. Ранцы все взяли? Оденьте их и вытащите на панель. И лучше провязать еще разок. Проверьте, что у вас работает ранец, рубашка, он одевается и юзается. Тут только Чупа первый раз. Только Чупа. Да, но он на пушке посидит, и он летать не будет. Все остальные, я думаю, все знают. Кто тут первый раз, кроме Чупа? Шаман говорит, Синдра лично только. Опыта нет. Пусть этот Ретрик здесь ломает моба. Да, Ретрик здесь, оставайся, да, моба бей. Мы сами там поперелетаем. РДД сразу вот по этим, по оружейникам. На земле лужи, которые, это ракеты летят. У них не заходить желательно. Ты
Когда перелетать будем, дождитесь, чтобы вар перелетел. Как только вар перелетел, тогда мы полетим. И не летайте вар, с той стороны, где вар. Лети уже вар. Все, рейд полетели. Ты его как-то странно держишь. От рейда уведи его. По сути, мы здесь можем оставаться. Вар подержит до следующего мага. На самом деле можно штуки 3-4 оставаться. У нас танк держал туда. 2 не стоит больше. Да, лучше 2 и потом это улететь. Да? Ну мы на том КД ходили. У нас на том КД вообще мы не улетали. Его уже сейчас подсветит. Статов 20 будет, его уже хорошо будет поливать. Короче, вар, значит, слабо. Ну просто да, мы с этого времени не сэкономим, поэтому зачем? Лучше не рисковать. Маг вышел. Все, гол обратно перелетим. Стаки пусть скинет. Рейд улетайте, вар в последнюю очередь. Ага, все. Вар, смотри, еще тебе лайфхак. Если под себя ранец дашь, у всех мобов вокруг тебя замедлится скорость атаки. То есть тебе будет босс реже бить, реже стакаться, меньше урона бить. Да, Рога, копи ярость сразу не сливай, то есть копишь до 60-70. Да, да, чем больше, тем лучше. До 90 копи. Прям. А потом стреляйте по дапушке. А, маг вышел. Да. Ай, вар, забирай. Да, чем больше раги, тем больше, короче, дэмэджа со второго скилла, если я понял. Там оно прям умножается, короче. То есть, ну, два раза по 50 будет слабее, чем один раз на 100. Оставай тебя. На 90. 100 не пытайся. Да, там 90. Либо 90 с копейками. Так, маг уходит. Мага как добьем, улетайте обратно. Вар в последнюю очередь улетает. Не знаю, работы здесь нет, но паладин может еще пушки апнуть. Этим кулаком. Я, кстати, даже такого не слышал. Даже истерию давали пушкам на X2 и награли. Так, вар полетел. В первых хэмов так делали. Рейд полетели, магов сыграли. Так, пушки сразу не бейте сейчас. Дождитесь, пока все перелетят. Сразу улетаем, ребят, все. Как мага убили. Вар, улетай, улетай, вар. Все, нет, стреляйте, пушки добивайте. Пока корабль не остановится, сундук не трогайте. Да вообще не трогайте, я сам открою. Лучше пока слезьте все просто с корабля и все. Нет трубы. Танковское кольцо. Херня. Давай. Пускай заберем. 25. Щит нужен кому? Ну я бы взял на трансмут, если не бару не надо, там палу. Ну красиво. Это надо подумать. А, блин. Ну короче, я палу скинул. Я думал, это пал говорит. Нет, это шаман говорил. Если что, он тебе передаст. Здесь, короче, просто рога. На пол вара, пока ты стоишь, бьешь босса. Появляется трэш, бьешь трэш. И все. Понял. Больше ничего делать не надо.
Давайте, чек. Герус пола. Каску, пожалуйста, пороги. Да, каски, кстати, все надо обновить, там заканчивается. Я вижу, вижу, не надо. Сейчас испекусь. А, да, точно, здесь ты в танке нужен. А, это босс, на котором все под ДПС проверяют, да, который этот для сборки? Да, да. Пятки, он за всех проверяет на ДПС. Запускал. Все, запускаю. А ты в этом, в мультике, да? Конечно. Ну, короче, по первой пачке трэша посмотрим, но, скорее всего, РДДшкам придется свечиться. Так у нас меликов нету, конечно. Да, у нас меликов. Короче, давайте этот, РДДшки трэш играют. Мутик тогда чисто босса бей. Не, потому мутик, что мутик тоже играет. Ну или пусть играет. Тухлый чё, в одного, да? Тухлый, да, в одного. А гнилой? Гнилой? Ну там по-любому кто-то водить должен. Лучше, наверное, в танк аспектнуться будет и водить. Ну, тогда сначала на гнилого пойдём. Давай. Рейнджу наберите эти, РДД хилы. Я вон чат прочитал, так мне свичится, нет? Да, свичится, короче. Вот понял. Не веером клинков, а точными атаками надо. Веер вообще не под... ну, плохо будет дамажить по ним. Гол, Геру. Так, трэш вышел. Гол свечимся. Трэш через 5 готовьтесь. Старайтесь таунтить трэш. Трэш через 3. Там в РДД один убежал, кто рядом, сыграете? Вар, ты... Интересно, челик. На успех можете сразу родить. А у кого этот здесь есть? Две шмотки скину. Ролл киньте. Ну, вот одну пролома, одну диксионе. Квест брать? Да, квест все берите.
Что, открыли уже? Пошел кто-нибудь, да, открывать? Да, там он есть кто-то. Сейчас ждите, порт откроется. По очереди вам на диск, короче, буду кидать туда. Да, на прошлой неделе, кстати, тоже чума была. Да, это фигня, это легкий квест. Ну тогда я предлагаю все-таки гнилого первым. Да, гнилого первым. Там можно обосраться еще как-то. Чудом. Сам можно везде. А, диспел. Диспел шамана, ты че? Паладин, диспей. Груплут, ребят, стоит. Дайте, короче. Кстати, этот забыли предупредить, ленточка лук он ролл выйдет. Это самое ценное, что есть у нас. И этот с квеста боешки тоже он ролл. Есть падает 50. Обычные ролем, а которые с квестов нет. И ОДшки ваши тоже он ролл. Не, ну блин, чума крыс какие-то. ОД забирайте. А это боя ниндзям или как? Не, с боешками чего хотите делайте. Вообще пофиг. Ну зелень пылите лучше, конечно. А лок 4. Мне еще багруха упала из поля. К стене прижмитесь просто спиной, чтобы сильно не откидывал. Сейчас, когда другую собаку будем бить, она трэш вызывает. Рога, на пол держи под трэш. Трэш выйдет, на пол вара и пару вееров, короче. Понял. Держу на пол до следующей собаки, правильно? Да. Хорошо. Я не знаю, говорили, нет. Гнев небес под скелетиков еще можно.
А, ну как подойдут, можно гнезда отдать. Она же вызывает их вроде. Надо, мне сказать. Сам могу тебе рассказать, хочешь? Вот, на пол. Я вы ее заливайте. Сейчас без на пол аккуратно. Что до ухода? Нажми гимн на хп, шп или кто-нибудь. Все нормально. На следующих на пол, наверное, будет уже через 2 секунды. О, зависло. Все зависли сейчас? Нет. Так, стой здесь, Вар, сейчас ловушку тебе вызовут, там кто-то пошел. Все, Хант, назад. Мы на другого босса будем бить, Хант. Сзади мобы. Это две пачки у тебя? Да, сейчас слева тоже надо. Сейчас я вторую возьму. Надо. Он вообще не... А, вот он нашел. Ну-ка, джипси, давай с дисплея сменя. Вот джипси, ай-яй-яй. Я не помню, на какую у меня кнопку. Это плохо. О, хорошо, у них все на одну кнопку. Так, сейчас рыбку поставлю. Сейчас расскажу еще, что делать. Мне можешь не рассказывать. Ну да, кто слизни, кто босса, сами разберитесь, короче. Я на слизни. Варно будет. Угу. Короче, смотри, Рога. Стоишь, бьешь босса на пул, пока до вара отдаешь. Вот. Да можешь просто с пула один раз на пул дать, потом пофиг не жать. Вот. Босс будет поворачиваться и блевать будет вперед себя. Вот. В этот момент ты... убегаешь от его лица, ну то есть заходишь к нему за спину снова. Понял, танк, да? Соответственно, смотри, танк, когда он поворачивается и блевать начинает, ты наоборот заходишь к нему в лицо, чтобы он потом после блевоты не вертелся. Так намного удобнее будет. Вот и вся стратегия, в принципе, для миликов. РДД, само собой, от лужи просто, ну, в лужах не стоите, метки прохиливаете. Я не знаю, стоит ли диспелить. Что диспелить? Короче, давайте попробуем первую метку не диспелить, прохилить. Если будет напряг с хилом, то тогда будем диспелить следующее. Погнали. Мы вообще все, давайте сделаем так, все просто ну, в милизону забежим и все. Да, здесь же этот самый, не геройка. Если квест взяли, то вдруг кто-то забыл. Чё взяли? Квест, болезненная задача. Какой-то квест брал. Сейчас можно и потом взять. Рыбка стоит, кому надо, похавайте. Главное, чтобы у нас были двое людей с болезнями. Я на всякий случай скриншот сделаю. Нужен один человек с двумя болезнями. Ну да, да. Только сразу квест не сдавайте. Если вдруг хрилок будет. Действительно. Так, все готовы? Го в мили-зону. Варп, дилочку дашь, пожалуйста, если ты в танке? По кому? Варлок.
Лучше помогу, больше хуярить. 4, 3, 2, 1. Олег. Кош, нажми, пластинейки. Диспольте лучше, ну нахуй. Липучка вонючка! Кто-то вылетел, по-моему. Да, Алтпанк. Да кто это? Другий хил наш был. Ну, бьем, короче. На ред ему это самое. Да как будто не тоже ставим, надо. Тебе лут нужен с этого босса, дроид? Если лут не нужен, то бьем. Вот как бы уже тот хил шаман не захилил, видишь? Да. Большой, большой в рейде. Падайте, падайте, падайте. Да просто упадите, лучше зайдите. Вставать или резко? Пока не вставай, сейчас. А, у нас шаманы есть. Один шаман кто-нибудь. Встаньте, резните. Порезайте, народ. Кто-нибудь, это обычно оба.